Современные низкопольные витязи вновь вернулись на первый трамвайный маршрут на юг Москвы. Это конечный Москворецкий рынок. Здесь довольно-таки неплохо облагородили территорию, но по-прежнему можно наблюдать всяких азиатов и прочих личностей, которые торгуют всяким барахлом прямо возле остановки. Не очень приятное зрелище, прямо скажем. Дальше маршрут идет в Чертаново, по Чертановской улице.